Максим Чумак. Мы сейчас находимся в Форт-Лодердейл, Флорида. И находимся в центре, который называется Максим Медикал Центр. Мы занимаемся в нескольких направлениях. Одно из них – это пересадка волос, используя самую последнюю технологию с роботом. Эта компания находится в Калифорнии, и уже больше 5 лет они находятся в бизнесе по hair restoration, восстановлению волос. И я сейчас хочу продемонстрировать, как робот работает. Первое, что мы находимся на стадии, когда мы забираем волоски, пациент находится в кресле. То, что сейчас робот делает, он выбирает волосок, он точно подбирает угол входа. Вы можете посмотреть сейчас на экран. И когда я нажимаю здесь, вот сейчас под определенным углом проходит и выбирает волосок. Следующий то же самое. Как вы видите, он полностью работает для того, чтобы не повредить волоски вокруг. В итоге у нас остаются те, которые волоски остаются в месте, в котором они забираются. Все получается очень с практически минимальным поврежденням тех волосков, которые уже находятся там. Yeah.